Привет, друзья! В сети начались активные обсуждения сравнительного анализа американской БМП M2A2 ODC-SA и российской БМП 3. Как сообщается, сравнение провел 38-й научно-исследовательский испытательный институт бронетанковой техники Минобороны России. Отчет достаточно большой, можно нажать паузу в видео и ознакомиться с ним детально. Наши иностранные зрители могут посмотреть выводы по отчету в описании к видео. Некоторые эксперты посчитали отчет ненастоящим, так как такие отчеты – секретная информация. Настоящий отчет или нет, мы не знаем. Стоит отметить, что сравнивается американская БМП М2А2 с дополнительной навесной защитой. Их использует и украинская армия. И российская БМП 3 без защиты. Для корректного сравнения нужно было сравнивать новые БМП 3 с комплектом динамической защиты 4С24 или иной навесной защитой. В России есть новые виды БМП, но по неизвестным причинам их не выпускают. Со своей стороны отметим, что БМП М2А2 действительно имеет хорошую защиту экипажа и десанта, но при этом имеет большой вес. Также БМП М2А2 удобнее для десанта. Обобщенные выводы. БМП М2А2 Брэдли превосходит БМП 3 частично по противоснарядной, противопульной и противоминной стойкости. Мощность стрельбы 25-мм автоматической пушки М242 выше, чем у 30-мм автоматической пушки 2А42 и 2А72. По некоторым эксплуатационным техническим характеристикам, удобству обслуживания агрегатов, ремонтно-пригодности некоторых узлов, эргономике боевой машины также есть превосходство. БМП-3 превосходит М2А2 Брэдли по огневой мощи благодаря 100-мм пушке. БМП-3 имеет два курсовых пулемета. Также БМП-3 имеет лучшую динамичность, запас хода, проходимость и может преодолевать водные преграды. Со своей стороны отметим, практика показала, что в любом бою важно, кто выстрелит первым. Поэтому в некоторых случаях БМП может уничтожить и танк. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.